Сегодня вся страна отмечает два праздника – День русского языка и Пушкинский день. Если первый появился относительно недавно, в 2011 году, то второй праздновали еще в советские времена. А в 1997 он приобрел статус государственного. В честь этих праздников в библиотеках республики прошли литературный круиз, конкурсы чтецов, открытый микрофон, блиц-игры и другие события.